Ну, Ванюша, маму ведь не вернешь. К нам пойдем. Ведь не чужие. Сыном будешь. Не могу. Ты поплачь, погорюй. Слезы душу очищают. И помни, в любое время приходи. Наш дом твой. Здравствуйте, Анна Васильевна. Добрый вечер, племянник. Как раз к чаю. Раздевайтесь. Раздевайся. Дорог что-то. Фух. Садитесь. В ногах, правда, нет. Царствие небесное. Давай. Сама виновата. Говорила ей. Татьяна, брось к шутам эту рабочую школу. С ее-то сердцем. Так нет, все что-то бегала, мельтешилась. Для кого старалась? Зачем? За это ее и любили, Ася. Любили. Из любви шубы не сошьешь. Нет, не по-людски жила. В ее годы еще замуж выходишь. Не троньте маму. Ася. Спасибо.
Да, племянничек. Тяжело ему. Его пожалеть надо. Меня бы пожалел. Чудачка, ты жена, любимейший человек. Но ведь я как думал, детей у нас нет. А мы с тобой Ваню выведем в люди. Образование, культура. Станет он достойным, уважаемым человеком. Наш воспитанник, наш сын. Как живешь? Как в раю, если рай существует. Между прочим, зря замыкаешься. Шел бы к нашим. Наши там волейбол играют. Верно, пошли. Ну ты иди, а я немного погуляю. А то, знаешь ли, геометрия, голова вспухла. А ведь неспроста ты такой заботливый, а? Почему неспроста? Спроста. У тебя горе. Горе мое, и нечего в него соваться. Ну, знаешь. Знаю я эту чуткость. Иди, Ваня, не отрывайся от коллектива. Спровадить меня хочешь? Ждешь кого? Да никого я не жду. Посмотрим. Ну, жду. Жду. Здравствуй, Паша. Знакомься. Мой товарищ Ваня. Меня зовут Лена. Пойдем? Пойдем. Пойти мне, что ли, с коллективом-то? Стой, студент. Но извиняться кто будет? Но пусти. Ты что, в милицию захотел? Шпана. Ты кого назвал шпаной? Иди, иди, парень. А? Да брось ты, Илюш. Да нет. Илюш, Илюш. Стой, жирный. Сейчас тебя буду бить. Ну и что вы в нем нашли? Идемте лучше с нами. Стоп. Проезд закрыт. Еще один. Считай. Эх, балда ты здоровая. Держи. Подожди, подожди. Ну все, дорогой, все, дорогой. Мир, мир. Помирись, помирись, парнишка. У Илюши сегодня горе. Его на городских соревнованиях студент побил на первом раунде. Ну, мир. Ну. Татарников. Татарников? Саша. Татьяне Петровне не родственник? Сын. Чего ж ты раньше не сказал? А он не спрашивал. Да. А мы у твоей матери учились. Эх, сколько она нам двоек ставила. Без нее я бы школы не кончил, честно да, говорю. Хорошей души человек был. Вы извините нас, девушка. Эх ты. Не суди так строго Пашку. Да трус он, трус! Когда с такими кулаками струсишь. Но ты же не струсил? А чего особенного я сделал? Ничего. А ты, оказывается, рыцарь. Не ожидала. Ну да. Порядков не наблюдаю. Впереди дожди и школа. Ну, кончится школа, а потом? Потом? Ты думаешь, мы все гении? Будем творить, открывать, изумлять. Мать никого не изумляла. А помнят? Я проживу так. Каждый должен что-то сделать для людей. Книгу написать, картину, дом выстроить, хотя бы стену одну. Неважно что, главное, чтобы осталась частица тебя. Иначе зачем человек? Зачем? Вот ты какой. А я не думаю, живу как птица. Вот выйду я замуж,
Муж будет получать премии, пить чай по воскресеньям, водку, а я буду разводить цветы на подоконниках. Неправда. Ты же не такая. Это у Медведковых водка, фикусы, чай. Куда ты смотришь? Ты смотри, какой закат. Да, необыкновенный. Дети пропадала. Не сердись. Что это с тобой сегодня? Что-то радость или неприятность? Не знаю, как. Может быть, радость. А может быть, неприятность. Поздненько, поздненько, молодой человек. Уроки учил с товарищем. А кто с девочкой по парку прохаживался, а? С какой девочкой? С какой, дружок? Уж это тебе лучше знать. А девочка на вид просто хороша. И кругленькая, и крепенькая. Не то говорите, дядя. А ты не серчай. Дело молодое, гуляй. Только смотри, осторожненько. Что тут делаешь? Хожу. И тебе советую. А то простудишься. До звонка 10 минут. Сошли, значит, дорожки.
Ну и погода. Ой, какой дождик. Идем быстрее. Иду, иду. Девчонки, у меня сейчас сегодня... Леночка, гляди. Твой рыцарь. Верный страдающий и мокрый. Ох, и промок. Ничего смешного нет. Идем? Идем. Приступим. Давай. Квартира есть, ребята. У кого? В нашем распоряжении три комнаты. Ура! Катя, объяви общество. Давай, Катя. Колбасы разные. 1 килограмм. Сыр, буженина, краб, мука, мясо. А мясо зачем? Как? А пирожки, пирожки с мясом? А, бежимая. Принимаю. Я мороженое не хочу. Ты же пыль, ты же мороженое. Тихо. Каков баланс? По 30 рублей. Осилим. 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 Ты куда? Денег нет. $35 за Ваню. За мной 10. Держи, Ромка, 35. 30 и за Ваню. 35. 33. Нет, нищим не подаю. Ключ. Девочки, как стыдно! Сколько их ставить? На 7 человек. Так еще гусь заливной. Гаврила, поворачивайся! Строга. Но иначе с нами и нельзя. А ведь золотой души человек. Для Федора Ивановича куплю. Позвал, нельзя не позвать. Все-таки начальство. А вы только начальство в гости зовете? Так ведь угостить полезного человека никогда неплохо. Сегодня ты ему, а завтра он тебе. Закон природы. Вот. Ой, ну зачем же? Какой же праздник без подарка? Носи, дружок. Духи ей поднеси, поздравь, чтобы честь честью все. Ох, и добрый вы, дядя. Ну, с чего там добрый? С праздником, Татьяна. Спасибо, племянник. Сходи на кухню, принеси вилки. Ботиночки покупаем. Так ведь праздник, Ася. Ася, давай ему скажем сегодня, сейчас. Ох, не лежит к нему сердце. Не моя вина. Так ведь решили, Асенька. Не люблю чужой. Да, тише. Ну как же так? Ведь решили, родная кровь. Нет, все равно чужой.
Ну, Ванюша, знаешь, о чем мы тут толковали? Знаю. Нет, не знаешь. Мы решили тебя усыновить. Отныне вот все это не только наше, но и твое. Спасибо. Но только не надо меня усыновлять. И фамилии другой мне не надо. Я мамой своей горжусь. Отцом. Я Татарников. Я говорила, чужой волчонок. Нет, я не пойду. Пойдешь? Пойдешь и извинишься. Нет, не пойду. Вы же не знаете, какие у меня отношения с Татарником. А мы плевали на твои отношения. Ты ни за что оскорбил товарища. Да такие вещи бьют по физиономии. Да я не могу. Ведь это же подлость, Паша. Он извинится, а нет, поставим вопрос на бюро. Ну хорошо, хорошо, но я только подчиняюсь. Кого? Ваню. Нету. Ну пошли. Пирожки остынут. Пирожки? Катенька, дай 30 рублей. Вот. Поищи себе другую компанию. Не надо милиции. Ты толкнул? Я. Руку! Шли. Друзья до гроба. Прошу. Граждане, расходись, кина не будет. Трогай. Рекомендую. Моя невеста. Яша. Клавочка, я заглядываю в счастливое будущее. Познакомься. Этот человек спас меня от кошмарной смерти. Ага. Такой радостный факт, я думаю, надо отметить. Клавочка, распорядись. Мне в клуб надо. Какой клуб? Ты что? Ну-ка, садись. Клуб. Вот, вот тебе культура-то. Так. Я не пью. Не хочет, не заставлю. Держи. Ты спас меня, и с этой минуты я люблю тебя как Бога. Смотри, какие у нее глаза. А? Ясные, честные. Мне б такие глаза. А счастья ему нет. Тетка зверь, дядька раб, без отца, без матери. Ну ничего, теперь ты со мной. Не спави мальчишку, Яша. К
Клавочка, я не люблю диктата. А потом, какой же это мальчишка? Это же красавец. Король-олень! И такого-то молодца бросить на съедение мещанам, троглодитам. Ни за что. Было. Уйду я от них. Работу найду. Правильно. А школа? Опять школа? Симушка, Симушка. Вороне где-то. Ему нужна школа жизни. Говорите. Ну. Чудак. Зачем же тебе две шубы на одно тело? Ах так. Ну-ну, ладно. Учту. Все. Ну, будь здоров. И в праздник покоя нет. Работай. Ну, я и тебя устрою. Ты положись на меня, сирота. Куда? Опоздал я. Ждут меня человек один. А, ну иди, иди. Еще съедем. Вот, на. Возьмешь такси и купишь цветов человеку. Разрешите пригласить вас на тур вальса? Пожалуйста. Давно. Я влюбилась, пап. Что сказать тебе, девочка?
Любовь дается один раз, как жизнь. Полюбить пустышку. Это страшно. Папа, он не такой, он настоящий. Он сейчас придет, ты увидишь. Он храбрый, он правдивый. Он Иван-Царевич твой. Да, он мой Иван-Царевич. Как тебе? Чего? Эк. Ну, выпила. Животное. Тихо, тихо, иди домой. Иди домой, иди. Здравствуйте. Здравствуйте. Илюша и Саша? Да. Они самые. И мы тут. Ну? Выпил. И что? А я тебе ничего не сказала. Не смотри на меня такими глазами. Не нравлюсь? Я тебя хотела с моим отцом познакомить. Ну, где же твой Иван-Царевич? А его здесь нет. Раскис. Был дом, девушка. И нет ни дома, ни девушки. Вот родители умирают, а девушки изменчивы и непостоянны, старик. А что же тогда постоянно? Что? Вот. Вот тут тебе дом, девушки и черт в ступе. Не пойму я тебя, Яшка, что ты от меня хочешь? Я школу бросил, думал, работать буду. А мы сидим тут с тобой, рыбку удим. Ты что, не веришь мне? Мне? Ладно, пойдем. Пошли. О, вот когда-то с этой горки, мать рассказывала, человек с перепою бросился, купец стельки. Между нами мой дед. Ну? Что, ну, царство ему небесное, ну? В школе мы его не видим. А вы сами-то кто ему будете? Мы из комитета комсомола. Какие же вы родственники, если ничего не знаете? Позор! Ну, знаете, вы, милые барышни, не шумите здесь. Он с утра портфельчик в руки и был таков. Можно мы его подождем? Еще чего? Коли он вам нужен, идите, ищите. Пошли. Ты за меня держись. Со мной не пропадешь, не сомнев... Видал рожу? Я ему должен. За копейку горло перегрызет. Держи. О, прими-ка осетринку. Ракин? А, Ракин. Здорово, да, я. Сегодня вечером к тебе придет парнишка от меня. Дашь ему два отреза, научишь, как вынести. Да ну, конечно, зеленый еще. Да. Ну, целую, старик. Целую. Все. Сказано, сделано. Вот, пойдешь по этому адресу, спросишь товарища Ракина. Золотой человек. А какая работа, Яш? А он тебе объяснит. Хорошая работа.
Дядя, у меня... Я хочу вам сказать, мне очень трудно. Хорошо начинаешь, дружок. Девицы, водочка, школу бросил. Ошибся я в тебе, Иван. Дядя, послушайте меня. Хватит! Наслышались. Теперь я сама примусь за твое воспитание. Характера во мне нет, это верно. Пойдем, Ганя. Нечего на него нервы тратить. Ты почему не взял товар? Ты ж меня зарезал. Мне деньги-то вот так нужны. Я воровать с вами не собираюсь. Что? Воровать не собираюсь. Ты честный. Когда деньги брал, спрашивал, кто я? Откуда деньги? Ты сперва рассчитайся, а потом прыгай. Но у меня сейчас нет. У тетки есть. Тетка тут ни при чем. Эх ты, Господи, ну что ж тебе взять-то? Ну ты хотя бы стакан воды мог бы мне принести за все, что выпил у меня? Саксон. Пей и убирайся. Я думал, человека встретил. А ты? Толкуй, толкуй. Часам ко мне придешь. Не приду. Я уеду. Далеко? У тебя на трамвай-то денег нет. Уеду. Погодка сегодня. А мне нравится такая погода. Понимаю. Поэзия желтых листьев, грустный дождь, а если рядом друг? Ты глуп, Пашка. Но он не придет, Лена. А ты специально ждал, чтобы мне это сказать? Ты рад. Ох, как ты рад. Да, рад, потому что он не стоит тебя, Лена. Он пьет, он бросил учебу. Скажи, Леночка, что общего между вами? Много общего. Я люблю его, понятно? И он меня любит.
ты. Как долго тебя не было? Ты совсем мокрая. Наверное. Пусть. Замерзла. Иди сюда. Здесь теплее. Замерзнешь. По всему городу бегала, искала. В школе была, дома. У Медведковых? У них. Тогда рассказывать нечего. Плохо. Плохо. Очень плохо. Знаю. Запутался. Завяз. Распутаем вместе. Я, отец, он поможет. Нет, я сам. Запутался, распутаю. Иначе грош мне цена. Я должен найти себя. Ну, кому я такой нужен? Ни тебе, ни себе. Ты уезжаешь? Да. Если ты сам все решил, не удерживай. Уезжай. Можно я буду писать? Мне больше некому. Можно. Откуда у тебя такие деньги? Мои. Твои? Ну, пойдем. Где живешь? Нигде. Не крути. Адрес? Знаменская, 52. Адрес есть, а дома нет. Кто родители? Тетка.
Не облигации надо полагать, теткин. Украл. Куда прикажешь тебя вести? В милицию? Все равно. Так и погибаете, молокосос. Ну, скажи мне, зачем ты взял эти облигации? Вы не спрашивайте. Вы везите. Облигация отдашь тетке. А если нет? Тогда я по ошибке тебя принял за настоящего человека. Так ведь вы же меня не знаете. Я имею обыкновение доверять людям. Иди. Приходи на автозавод. Спроси Крыльцова. Поговорим. Постойте! Я не вор. Не вор. 3000 украл и не вор. Не вор, но тяжелые обстоятельства вынудили меня взять деньги. Жить у вас больше не могу, и в городе быть тоже тяжело. Деньги верну, когда заработаю сам. Иван. Тяжелые обстоятельства, как у Христа за пазухой жил. У Гаврила подтверди! Вот видите? Протокол это не имеет отношения. Фамилия, имя, отчество вашего племянника? Татарников. Иван Николаевич. Вот он. А еще 3. А где еще 3000? Вор. В суд его. В суд. Yeah.
Почему ты не танцуешь? Не люблю. Ты можешь меня выслушать со всей серьезностью? Могу. Сказать? Холодно здесь. Обожди. Мое чувство не легкомысленно, нет. Оно прочно выкристаллизировалось. Верную дружбу на глубокой основе уважения, доверия. Не обижайся, Паш. Ты смешно как-то говоришь. А вот мое чувство почему-то не выкристаллизировалось. Даже не выговоришь. И ничего с этим не поделаешь. Паш, пойдем танцевать. С праздником, друг. Разреши прикурить. Татарников? Он. Да ты что, не узнаешь? Почему? Узнаю. Вернулся. Приехал. Где остановился-то? В гостинице. Пошли к нам. Пошли. Крыша есть, матрас найдется. Удобно? Да пошли, пошли. Как-нибудь разместимся. Тесноте-то не в обиде. Нам тут недалеко. Ну, пошли. Заходите. Давай, давай. Проходи, раздевайся. Выходит, не ты у нас в гостях, а мы у тебя. Да все правильно. Комнату я еще тогда сдам. Живот дел. Крепко в колонии-то пришлось. А вы не спрашиваете. Рассказов о морских сражениях не будет. Правильно. Что было, то прошло. Вернулся, это главное. Да ничего. Вот пойдешь на работу, людей узнаешь и сам не заметишь, как переменишься. Я себя устраиваю такой, какой есть. И меняться, между прочим, не собираюсь. Свет гасить? Гаси. Саша. Саша. Чего?
Этого парня так оставлять нельзя. Слышишь? Слышу. Привет. Ну, давай. Так, садитесь, садитесь, пожалуйста. Так, я вас слушаю. Специальность имеете? Шофер второго класса. Как образование? 9 классов. Так, хорошо. Хорошо. Да, нехорошо. Мы, так сказать, предприятие передовое, союзного значения. Вот у вас в биографии запятая. Запятая. Ага. Не подойдет. Биографии, запятая. Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич. Дмитрий Дмитриевич. Да. Вот человек хочет на работу устроиться, а его не берут. Он из заключения, досрочно освобожден. А этот говорит, в биографии запятая. Подождите, подождите. Где живешь? Адрес есть, дома нет. Товарищ Крыльцов. А ну-ка пошли. Пошли, пошли. Тебя зовут? Ну, вернулся. Я очень рада. Спасибо. Ну, а ты как? Все еще с Яшкой? Ты к нам в цех? Пока, Клава. До свидания. Ванюша. Нельзя. За отличную работу Ивану Татарникову. Запятая. Да. Подавай заявление, Ваня. А кто вы такой? Парторг завода.
Ну, пойдем покурим. Пойдем. Пойдем. Поэтика, написанная Аристотелем в конце его жизни, представляет собой произведение величайшего ученого античного мира. Ключи забыл. У тебя сегодня хорошее настроение. У меня всегда хорошее настроение. Сегодня особенное. Расскажешь? Да, чего особенно рассказывать? Помог одному человеку устроиться на работу. У парня очень тяжелая биография. Ты представляешь, остался сиротой. Дальше улиц. Дружок негодяй. Ну, в результате 2 года. Вот так. Машины умеем делать. С людьми сложнее. Папа. Ты помог Ивану Татарникову. Что с тобой? Иван вернулся. Говорил, что он не вернется. Вернулся. Ну и вернулся. Отбыл срок, очень хорошо. Не чужой он на Васе, племянник. Прискочит, никуда не денется. Не пойдет. Мы поругались, мы и помиримся. Ну, пригласи в гости. Пирог испеку. Не пойдет. Не ходи. Лена не хочет тебя видеть. Она моя невеста. Ты меня можешь даже убить, но этим ничего не изменишь. Лучше уезжай. Уходи. Правду говорю. Познакомься, твой напарник. Федор. Иван. Ну, Иван, благословляю на подвиги во славу рабочего класса. Шел по городу, вижу дом, а в доме друг. Возмужал, возмужал.
Ешь ты. Я думал, друг обрадуется. Нам с тобой в любви объясняться нечего. Тоже правильно. Только зря ты заедаешься. Думаю, что мы можем с тобой толковать. На понял, понял. Есть для тебя работенка. Предлагаю рейсы Москва и обратно. Воровать. Ты всегда был не очень тонким парнишкой. Не воровать, а торговать. Значит, не договорились. Разговора не было. Разговор будет. За что посадил меня Яшка? Я? Те 500 я тетке вернул. А кто еще? 3000 из комода. Ты не бегай глазами. Отвечай. Шантажируешь. Примитивная работа. Таких, как ты, без суда надо расстреливать. Насмерть. Иди. И больше мне не попадайся. Ладно, я уйду. Но ты меня попомнишь. Говорить с ним невозможно. Рычит. А по вечерам письма пишет. Пишет и ревет. Он вас послал? Нет, ни в коем случае. Смешной человек. Придумал, будто Пашка. Пашка? А при чем тут Пашка? Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич. Ну как? Порядок. Послы? Ну, молчу, молчу, не сердись. Пап, ведь я же его любила. А теперь он 2 года был. А может быть, ты его и сейчас любишь? Не спрашивай, пап. Саш, опять брак. У Федора? Да. Да что, он издевается, что ли, над нами? А ну, пошли. Пошли. Федя! Федя, брак! Не может быть. Совесть-то у тебя есть? Ты на мою сознательность не дави. Да таким не на сознательность. На карман давить надо. Ваня, когда у нас получка? Когда, Федя? В субботу. А в чем дело? А дело в том, что за этот брак с тебя удержат. Понял. Ваня! Ребята! Не записывайте, братцы, батя инвалид, маманя старушка, один я кормилец. Не прибедняйся, квартиру тебе дали. Старикам твоим пенсия идет. А ты чем долг народу отдаешь? Браком? Слово даю. Поверим кормильцу? Ладно, но смотри, Федя, последний раз. Ванюша, может быть, чайку? Вот здесь 400.
Остальные отдам. С каждой получки буду приносить. Я возьму. Как хотите. Не простишь? На словах простить могу, если хотите. Но сердцем... Ваня, ну-ка иди-ка сюда. А созыби? А я тут из-за тебя неприятность имел. Какую? Вот ребята спрашивают, почему Татарников не в комсомоле? Ты же активный парень. А я вот сижу, ушами хлопаю. В самом деле, почему? У меня в комсомол. Да вы что, ребята, серьезно? А кто же этим шутит? Ну, я думаю, рано, ребят. Это же надо заслужить, доказать. И долго ты еще собираешься доказывать? Ну, пока из комсомольского возраста не выйдет. Подавай заявление. Ты почему к ней не идешь? Кому? К Лене! А я вам говорю, не суйтесь в мои дела. Трус! Да, трус. Сам мучаешься. Мучишь ее. Я мучаю ее. Мучаешь, знаем. Мы ее видели. Ах так. Видели? А вас спросили? Уполномачивали? Все. Я больше в этом деле не участвую. Если у вас слабые нервы, ныряйте в ванне. Илюша, расческу. Держи. Лена. Нет, нет. Здравствуйте. Мы старые друзья и можем быть на ты. Ты изменился. Я? Нет. Изменилась ты. А я учусь в институте. Буду учительницей, как твоя мама. Обо мне, разумеется, ты все знаешь. Нет, не все. Так кое-что. От отца. Твой отец удивительный человек. Как бывает. 2 года не виделись, а говорить не о чем. Мы будем. Будем говорить, Иван. Не исчезай только. Я счастлива, что ты вернулся и не изменился. Ты уходишь? Увидимся. Скоро. Завтра. Девчонки, женюсь. Который раз. Ну вот, смеёте. Клошка, ну что ж ты? Жду день, неделю, месяц. Сколько можно? Избегаешь? Не жди.
Постой. А, Яшенька, извини, тороплюсь. Дела вообще у меня есть. Здорово. Здорово. Батя инвалид, мамань старушка, сестренка. Работаю я, на токаре учусь. Стой, 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 что ты? Нужна кое-какая мелочишка. Свечи, кольца там. А что это у вас личико вибрирует, а? Яшка, убей лучше. Не буду. Отпусти душу! Стой! Деньги брал? Жрал? Пил? Вот ты у меня где. Понял? Увильнешь, сокрушу. Ну, будь здоров. Учись на токаря. Ну, чего ты прячешься каждый раз? А я их боюсь. Особенно ту, в очках. Я говорила, у нее роман. Филологи. Я бы тоже мог быть студентом. 2 года потерял. Все думаешь об этом? Забыть трудно. Знаешь, когда стало страшно? Когда стал забывать твое лицо, голос. Я тебя очень мучаю, да? Ты каждый день ждешь, когда я тебе скажу. Люблю. Но я не могу. Не сердись. Ясно. Чистая работка. И концов не сыщешь. Это наверняка свой, из цеха, подлец. Федя, что случилось? Черт ее знает. Говорят, кольца украли. Вообще я не в курсе дел. Принимаем уголовников, а потом удивляемся. Так обидеть, унизить. Ведь это кристальной души человек. Кто это сказал? Не видал, не знаю. Не знаю? Кто сказал, что Татарников? Не знаю, не я. Кто? И как они могут? Выходит, могут. А может быть... Действительно, я. Я. Не испытывай. Я и так тебе верю. Правда. Ваня. Ванечка. Милый мой. Жить хочу. Работать. Учиться. Хочу честными глазами смотреть на людей. Верю. Верю. Все так и будет. Да. Хороший мой. Слыхал, что Татарников натворил, а? Пойдем к папе. Папа, да. С Ваней несчастье, его оклеветали. Помоги. Прими.
крепче, крепче. Рассказывай, как твои дела на заводе? Плохо. В партком пришло письмо из колонии. Интересуется тобой. Твоей работы. Не вовремя пришло. Папа, да ты должен вмешаться, помочь ему доказать, что... Вмешаться! Что значит вмешаться? Я не вижу оснований. Тогда я сама вмешаюсь. Я люблю Ваню. Да-да, и можешь не смотреть на меня такими глазами. И всегда любила. И если с ним несчастье, какое то Какое несчастье? Какой-то дурак ляпнул, а он в амбицию. Вора найдем. А ты не думал, кто мог решиться на такую подлость? Я почти уверен. Кто? Яшкина работа. Чья? Дружок мой бывший. Так помоги разоблачить этого типа. Вырос, не маленький, за ручку водить не надо. Держи. Слюнтяи мне в семью не нужны. Говорите. А, ты. Это то есть как так не могу? Должен. Федор, сокрушу. На Ване думает? Ну так отлично, что ты? Ну я же товарища подвожу, пойми ты. Это же подлый вообще. Пойдите. Здорово, Яша. Здорово. Садись. Пришел все-таки. Ниточка-то ведь одна. Правильно. Видишь, как оно бывает. Жизнь. Ты ж понимаешь. Все понял вам, все простил. А теперь дела делать будем. Будем. Пройдемся. Потолкуем? Да. Пойдем. Пойдем. Обучал. Помнишь? Ага. Ты говорил, нет дружбы, любви, есть деньги, водка. Помнишь? Странный какой-то разговор. Говори, кто взял кольца. Ты что, с ума, что ли, сошел? Говори, кто украл. Федор, Федор взял для меня. Это ты не мне скажешь, а там. Да скажу, ладно. Федор. Федя, ты не знаешь, кто взял кольца? Нет. Ведь на Татарникова думают. Клава, это я взял кольца. Я говорил, я? Ну это ты свои хамские штучки-то брось. Товарищи, вы знаете, это просто шантажист. Давай, говори, Федя.
ребята. Клянусь мамашей. Запугал, запутал. Виноват. Судить своей совестью. Не хотел, клянусь. Характера нет, заставил. Он, будь ты проклят, гад. Продал. Пойдем, Клава. Прощай, Яшка. Ребята, милые мои ребята, над головой у вас небо, вокруг улицы, машины, люди, а вы ничего не замечаете, потому что вы счастливы, потому что все, о чем мечталось, сбывается. В своих сердцах вы несете чудесный огонь нашей юности, смелый, крылатый, дерзновенный. Так пронесите этот огонь через всю свою жизнь.